жеке тінтілу, яғни сіз есірткі заттарды өз үйіңізде сақтау, немесе сол атызан... Вы предупреждены об ответственности за хранение, сбыт и перевозку наркотических веществ. Южно-казахстанские полицейские раскрыли очередное наркопреступление. В ходе спецоперации сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом задержали 47-летнего жителя Сайрамского района. По информации полицейских, тот занимался сбытом наркотиков. В ходе обыска в доме задержанного сотрудники управления обнаружили несколько полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения, похожим на наркотики. Вещественные доказательства причастности подозреваемого к преступлению полицейские обнаружили в сарае задержанного. Не был? Возьм я алган. Кем ты был? Возьмка. Мне. Придана. Ехидана. Как установила судебная экспертиза, изъятое вещество марихуана весом свыше 1,5 килограмма. Сейчас подозреваемый заключен в изолятор временного содержания. По факту реализации наркотиков возбуждено уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса. Ведется досудебное расследование. Сотрудники службы местной полиции подвели итоги проверки автомашин общественного транспорта. Профилактическое мероприятие проходило с 15 по 30 июня. Кроме того, к проверке были привлечены и сотрудники управления транспорта и автомобильных дорог. В ходе рейдов было выявлено множество нарушений. Казыргы танда 15 күн ичинде коомдук көлүк жүргүзүүчүлөрү катышты. Жалпы в ходе массовых проверок общественного транспорта было выявлено 136 нарушений в течение 15 дней. Проверки проводятся с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Нарушения были выявлены и в работе частных извозчиков. Ваше второе нарушение. У вас должны быть шашечки такси, свидетельствующие, что вы занимаетесь извозом. Сбоку должны быть обозначения, такие же метры в ширину и 30 сантиметров в высоту. Полицейские планируют проводить такие же рейды регулярно с целью снижения аварийности на дорогах. Банка жопа. Днем на пульт спасательного отряда департамента ПЧС поступил вызов с микрорайона Кайпас-2. Жители одного из частных домов попросили изловить змею, попавшую в свежевырытый септик. Сотрудники спасотряда рептилию изловили и отвезли ее в безопасное от людей место.